Йоргу, смородину, подошел, сорвал, там, виктория. Но есть одно лекарственное растение, которое добывать очень трудно. Очень трудно. Самое трудное. Кто, какое? А? Солодки. Солодка. Солодка. Она корень идет, бывает вниз. И вот мы там на втором мостике, там целая плантация была. Бульдодерис идет, а я за ним подбираю, где он высовывается. Сейчас я хочу вам подарить. Дальше вы откройте в интернете, посмотрите. Тибетская медицина, больше 2 лет списка сохранилась. К любому лекарству можешь добавлять. Особенно, когда там бронхи, там кашель или что-то. Простыл. Да, дождь. И она вот такими, надо разрезать ее. Я ее разрезал вот такими вот кусками. Вот такими вот. Просушить. И минимум 10 лет она хранится. Минимум. А может она хранится хоть сколько, это неправда. И дальше распаришь, дальше раздираешь, но здесь пока окончательно не останется. У нас был один, он назвал, говорит, сладость нахальная. Целый день во рту. Пожевал. И я хочу вам подарить. Потому что в моем ведении никогда не было столько. Так, Володя, попроси кого-нибудь. Роман, помогите ему. Подходите ближе сейчас. Мы связали в пачке. Ребята тут. Нет, Сидор первый. Володя. Володя, ты покажи место. Место, иди, помогай. Помогай раздавать. Давайте сюда, тащи. Тут за мешок поближе, подноси сюда. Прямо. Так, подходите, потеряйте. Но только каждый корешок сохраните. Смотрите, какие мощные. Так, баба. А? Корни солод. Корень солод. Его не добудешь, а тут вот сколько. Корень солодки. Чай заваривай, чтобы поел бронхов от всего. Чай. А вот 6 раз слаще сахара. Как пишут. Так. Потеряйте, подходите. И не Васильевна еще. Дарите. Даром даем, дар, дар. Берите. Мы постарались найти место посчитать. Берите. Да, мне пожалуйста. Валя, тебе взять? Для тебя взять? Да. Для Давыда возьми. Андрей, для Давыда возьми. Да скажи ему, что. Там у нас еще есть, нет? Виталию позвать надо. Володя, все раздали? Бом. Ну-ка, вон Виталий. Андрей, дай Виталию. Он отдельно живет. Больше. Так. Скоро Алексей Семенович. А? Скоро Алексей Семенович. Ну, ладно. Алексей. Ну а кто там? Ну вот Виталий, кто повезет, я Алексей Семенович. Вот так. Это Галя, Галине твоей жене. Давай, я. Что у нас не осталось? Ничего? Есть еще. Еще есть. Подожди. Кого мы прошли? Матушке еще без надо набрать. Возьмешь, нет? Возьму. Я передам ей. Возьми. Не теряйте только, там мелко. Вот еще. Мария, вас через 2 месяца не пропустят? Она просила побольше. Да, ну, смотри, там по навершке. Так, Ерема, ты взял? Нет? Ну все. Кого еще? Кого нет, Ирина? Идет. Ну посмотрите, кого нет? Матушка просила побольше. Сыну ее. А, туда? Ну, давайте. Да. Кому?
смотри, вот сюда, да, я нахожусь. Раньше она по одному корешку доставали, там два, я решил получить закупать. А ну смотри, на какой магазин. В один день. Потом собирал, ходил, потом отмыли, потом яркой, и вот так разрешил вот тебе вот. Слушай, на солнышке. Или там, где-то. Вот. Я уже заранее знал, когда буду раздавать. Да? Повезешь? Я первый раз увидел, как механически добывают ее в Киргизии. Больше нигде нет. И главное, какие-то отходы из нее потрясают для огнетушителей пену создавать. И там показано, у них речь идет о том. Засеяно, и машина рвет, и потом как-то собирает, промывает, я так и не понял. Ну, в интернете показано. И показали склады, где он везде. Ну, вручную, это же вручную. Игорь, пускай на столе улезут, не размазывает. Мыльный экстракт корня солодки. Ну, что-то там такое есть. Написано, вот огнетушитель, конечно, это не дает. И главное, закупают. Я прочитал Египет. И Китай. Ой, постоянные клиенты. Это же страны, где медицина на уровне высокой. Нет такого лекарства Горького, которое бы не добавляла тибетская медицина. То есть она как бы содействует эти, делает более приемлемым. Бывает там попробуй полынь. Она для кутика. А вот это добавил маленькую. Пожевал. Ходишь полдня во рту сладкое. И никакого вреда нет. Смотрите, мы выполнили, что хотели. Вот эта сладость, и вы пойдете домой. А что впереди, как говорили, не забудьте. Дали? Дали, дали, первому. Я говорю, это твоя законная добыча, Виктор. Сейчас. Так, оберите, сколько у нас обед? Мария. Полчетвертого. Полчетвертого на обед. Сегодня никто не приносит, а завтра кто у вас дежурит? Мне нужно знать, кто? Нина Васильевна. Нина Васильевна, а ее нету. Но она знает. У них с Леной договорилась. Лена уехала. Вы возьмите на подкатку. Она знает, а ты проверь. Представь, я утром пришел, говорит, я еще не завтракал, еще будет дальше. Он сказал, завтрак 6. 6, что завтрак был. В обед приготовила, Никита берет и приносит. У меня свое. Там отдельная корзина. Чтобы не было сбоя. Мол, у нас очень большая задержка. Двое суток с лишним из-за поломки. Тут дожди. У нас работа, ну, просто не... сбиты мы были. Первый день у него получилось 14 часов 15 минут чистой работы. Понимаете, что такое? Так, ну что, призывай к молитве. Посети милостью Твоей, добрый ангел-хранитель, да сопутствует им. Спаси, Господи, помилуй болящих рабов Твоих, Сергия парализована, Анастасию, Евдокию, Анну Александру, Татьяну Неонилу и всех находящихся на болезненном одре православных христиан. Посети милостью Твоей и нас помилуй милости Твоей ради. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Пастухи, можете прогонять на первом году, ходите. Но ко второму не прогонять пока.
ставим на подножный корм. Давай, брат. В следующий раз, когда надо будет заготавливать, будет специально бульдозер. Внимать, да. Дроглами. Ну, Настя. Дроба. Дроба. Да. Ну, как?